Итак, друзья, по продолжению с панелью. В общем, крепится у нас, как я и говорил, я прикрепил к воздухозаборнику один. Там я уже, правда, бардачок поставил, переваривать тоже одно крепление. И одно крепление у нас, как видите, совпадает. Оно. Вот это ухо просто повыше делаете или это изгибаете, и оно все у нас крепится. Вот так у нас заводская торпеда встает. Нижняя часть. Здесь я из кожи сделал дополнительное. И все. Печка у нас встает же сюда. Регулировочно ничего не мешает. Вот она как крепилась здесь, так и крепится. Единственное, закрывается. Ну, кто закрывает, кто нет. Я на прошлой машине делал вот здесь вот так два воздухозаборника. Делал дополнительные в ноги. Но в этот раз я заглушу, потому что хватает. Ну что, продолжение следует. Так, по креплениям вроде все рассказал. A few moments later. Всем привет. В общем, доделали мы, в общем, панель, как я и хотел сделать на Ниве, как на предыдущей. В общем, смотрим, что у нас получилось. Включаем зажигание. Все, все у нас заработало. Надо на заправку ехать. Бензина ноль. Вот лампочки моргают. Так что вывели аукс один сюда, другой аукс сюда вывели. Так что жду комментарий. Ну а на этом все. По крепежу рассказал, чего как получается. А так все. Пожалуйста, хочешь музыку слушай, хочешь YouTube смотри. Также выключаем. Все у нас погасло. Вот так у нас со стороны выглядит. Все, ребята. Всем до новых встреч. Всем пока. Не забываем поставить лайк, написать комментарий. Бонусом лайк приветствуется.